Я хочу сказать, что сегодня здесь, пристегнутые к этим кроватям, не три человека. Здесь 9 тысяч людей, пациентов клиники Лавра, которые больше не верят власти. Когда мы подписывали этот меморандум, мы честно праздновали победу, искренне рассчитывали на то, что отношение власти к нам, как к пациентам клиники, зафиксировано в этом документе. Но мы очень ошибались, потому что настоящее отношение к нам зафиксировано в других документах. Первое – это план переселения Института эпидемиологии в клинику Лавра, в помещение по улице Галицкой. А второе – это заключение рабочей комиссии, в котором говорится о том, что это помещение не может быть использовано как медичная установа, потому что в подвале, подвал регулярно затапливается грунтовыми водами, на стенах там находится грибок, лифты не работают, они не обеспечены и, более того, они аварийно опасны. Стены, которые выстроены, они выстроены на старом фундаменте, это аварийно опасное место. Конечно же, никто из нас не захочет лечиться в подобном учреждении, или чтобы наши дети лечились, или чтобы наши родные и близкие лечились в подобном учреждении. Сейчас здесь стоит вопрос о том, что мы прекращаем с сегодняшнего дня все наши дипломатические действия. Мы исчерпали себя и свои ресурсы в наши дипломатические действия. ВИЧ-позитивное сообщество не уйдет из помещения этой клиники до тех пор, пока обещанное нам здание новой клиники для стационара в том числе по адресу улица Амосова не будет достроено и ее не примут врачи и пациенты, так как это указано в меморандуме, который был подписан. Я уже сказала о том, что это война, и хочу сказать, у каждой войны есть жертва. И цена у таких циничных, жестоких и бесчеловечных решений, которые принимает господин Сердюк, тоже есть. И это цена нашей жизни. Что касается помещения на Галицкой, там было похоронено 30 миллионов гривен. В стройку, которой не было перспективы изначально. Мы хотим сказать, что мы не собираемся разделять судьбу этих денег. Здесь спасли свои жизни. Потому что в Харькове нет стационара, и единственное место, где людям могут спасти жизнь в четвертой стадии ВИЧ-инфекции СПИДа, это именно это место. Господина Сердюга нет оснований сейчас гарантировать, что мы переедем на Амосово. Его слова не подтверждены ничем. Нету ни единственного документа, который регламентировал бы наш переезд на улицу Амосова. Слова – это та парафия, в которую мы на сегодняшний день уже не верим. Слова могут быть правильными, слова могут быть красивыми. Приказы, подписанные господином Сердюком, четко говорят о том, что переезд будет на Галицкую. По самому Амосову у нас тоже очень много вопросов, потому что нету документов, которые вводили бы это помещение в эксплуатацию, нету документов, которые утверждали бы и узаконили землю, на которой построена эта больница. Просим вас просто о поддержке, потому что, ну, еще с учетом ваших слов, мы будем просто бомбить запросами о том, кому принадлежит эта земля и когда в связи с выяснением этого вопроса это здание будет сдано в эксплуатацию. Не в одно здание. Нейроинфекция и реанимация сейчас находится на Галицкой 4, а отделение ВИЧ-инфекции на Амосова 5. На Амосова 5 мы находимся в таком промежуточном здании, потому что корпус, который назначается для дальнейшего размещения отделения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, он на этапе строительства.